Всем привет! Ну, сегодня я наконец-то приступаю к вот этой маленькой малышке. Ребят, вы знаете, пришло время, вот просто пришло время его расслаблять. Так, клей, скорее всего, буду использовать вот этот. Посмотрю по деталям, потому что если там что-то более такое, не очень такое стыкуемое, надо будет вооружиться вот этим гелевым клеем. Ну, посмотрим. Может быть, все и вот на этот подойдет, и будет все тип-топ. Так, давайте с вами скорее открывать. Так, что я хочу сказать по поводу краски. Здесь Rebel дает, они... Там бодяжить цвета надо, но я, скорее всего, просто возьму какой-то нейтральный серый, может быть, морской. Ну, посмотрим. Эту модель я покрашу в серый цвет и сделаю декали как есть. То есть, тут один вариант получается всего, и так он и будет. А уже когда хольерчик большой, то есть без средненький или какой-то еще там побольше, я его сделаю, ну, то есть 48 масштаб, там 32, допустим, 24, 18, это можно уже что-то с панельным эффектом, что-то сделать экспериментально. Поэтому этот я покрашу именно, ну, вот, как говорится, более-менее так, как он должен быть. Так, давайте с вами открывать коробочку. Слушайте, так многообещающе, да, все это звучит. Но прикольно, тем интереснее то, что я вам, ребят, показывал большие модели, а здесь получается у нас моделечка маленькая. Так, вот это нам с вами все, вот это вот уже не нужно. Это мы с вами на помойку. Лишняя бумага не нужна, ну, которая не используется. Смотрите, ребят, сразу хочу показать, обратите внимание на вот эти нестыковки. Они даже не стали заморачиваться. Такое чувство, как будто как блин, наложили все. Но такого не должно быть. Все должно быть вровень. Я вот такое не оставлю. Шпатлевка надо, значит, шпатлевкой будем расхламлять. Так, открываем пакетик. Декальки, я скажу здесь, они, ребят, такого старого плана, в каком плане, немножко с подложкой. Я не знаю, будет ли она видна, посмотрим, потому что вот декали, у которых вот такая матовая, посмотрите, обратите внимание, подложка вот такая матовая, они могут видны, особенно на сером цвете, особенно на каком-то таком нейтральном, будут хорошо видны подложка. Вот этого не должно быть вообще никак. С этим вопросом надо будет заняться. Должен быть хорошо проглянцованная поверхность и, наверное, хорошо вариваемая поверхность. Вот декали здесь не последнего, скажем так, уровня. Декали здесь достаточно старые. 19-й год, хотя и не сказать, что они старые, но они почему-то по-старому сделаны, по старому принципу. Сейчас декали все лакированные, и они все как бы вот... Ну, ладно, посмотрим, что будет в итоге. Вот. Хотя, конечно, есть такая у меня... Ну, не задумка, а такое желание его сделать металлическим, покрасить, да? Ну, думаю, нет, этот малыш все-таки будет, как у меня был тогда серенькой, так и останется. Вот. Ну, вот, видите, вот я говорю, вроде немного должно быть, да, расслабления. Ну, сами понимаете, маленький самолет. На самом деле это обманка, потому что наличие небольшое количество деталей, вот как здесь, тут показано, что их 52 штуки, не говоря о том, что это будет легко и просто, тем более, если ты захочешь хорошо собрать. Вот, так, мы с вами, давайте сразу немножко так приблизимся. Вот так вот. Так, кусачки я себе хочу потом пафосные взять, нормально. Я их немножко этих под проволоку расхламил. Не, кусать-то они хорошо, но я бы себе все-таки взял бы еще какие-нибудь такие нормальные. Но, ребят, кусачки за 3, за 4, за 5, за 6 и больше тысяч покупать для того, чтобы пластик откусить, мне кажется, немножко как-то это, не знаю, у меня рука не поднимется, такие дорогущие кусачки. Хотя кусачки, что они должны сделать? Откусить. Ты можешь, в принципе, вот это все дело и вот так вот, как я раньше отламывал, да, в общем-то, ну... Просто такие цены на такие, на вещь, которая реально, в общем-то, хорошие кусачки, они, как говорят, хорошие кусачки хорошо откусят. Блять, важно что? Откусить аккуратно, да, лишнего не срезать. Это можно ножом сделать, в конце концов. Большие детали можно вообще отломать без ущерба. Вот, но можно по-человечески просто откусить. Но можно, вот я купил кусачки за 800 рублей. Ну и чем кусачки за 6 тысяч будут отличаться от этих кусачек, скажите мне? Вот чем, если ты все равно откусываешь, потом обрабатываешь, шкуришь и так далее, и чего теперь?
Поэтому, не знаю, вот где-то есть смысл хороший нож купить, хотя ножи тоже, они все отламывающиеся, они тоже все эти лезвия тупятся, это все расходник. А уж кусачки, я не знаю, там есть хороший, купить хорошее сверло, чтобы оно было хорошо резало и прочное было. Вот это и есть смысл, да, вот сверла мягкие, которые я вам показывал, а, мачетовские и так далее, так это я пока не буду потом. Вот, а... Здесь просто откусить, вот так смысл покупать какие-то супердорогие. Просто для пафоса, да. Для пафоса можно, для пафоса много чего можно делать. Вопрос, надо ли это? Так. Так. Немножко запасом вот так мы делаем. Вот. Мелкие детальки я пока не буду. Я единственное, что делаю, ребят, всегда. Смотрите, как вот всегда, чтобы там не потерять. Допустим, пока буду с этим возиться, я делаю вот так. Избавляюсь от литников ненужных туда. Ну, не знаю, я люблю, когда литников нету. Так, это можно сразу вот так сделать. Это сразу вот так сделать. И покусать это тоже хорошо. Так, это оставляем. Вот эти части мы снимаем сюда. Раз. Два. Да, его, наверное, этот маленький малыш... Ребят, это не нужно. Этот маленький малыш можно сделать, знаете, в каком варианте? Я думаю... В полетном без колес. Но я так делать не буду. Так, а здесь у нас с вами получается нос. Вижу нос, топливные баки, ракеты. Ракеты я, наверное, не буду вешать. Не знаю насчет пилонов. Посмотрю. Блин, я боюсь, что у меня сейчас может все переработаться. И я расломлю его в другом каком-то стиле, а не в этом, в котором он есть. Так, вот у Харьера всегда топливные баки висят. Видите, ребят? Могут, вот как расческа, да, могут пустые подвески быть, ракеты, конечно, нет, я точно делать не буду, потому что модель, вот, блин, чем вот это подвешивание всего вооружения только портит облик машины, только портит, понимаете, вот для меня это вот реально так. Ну вот смотрите, я его склеил, убрал все швы, то, что у нас на инструкции показано, это не совсем правильно. Вот, ребят, сейчас я вам покажу. Смотрите, что у нас тут позиционируется как инструкция. Ну, фотография, смотрите, ребят. Обратите внимание, видите? Почему-то на инструкцию, видите, шов какой сзади? Как будто просто накладка, крышка какая-то просто, видите? Тут вообще даже ступенька. Мало того, что шов, еще и ступенька. Этого же не должно быть. Но как-то халтурно это сделали. Я решил от этого избавиться. Я, видите, так, ребят, сейчас я вам покажу, вот так покрупнее. Вот, я его буду красить такой цвет немножко в голубенький, чуть-чуть такой серо-голубой. Вот, я убрал это дело, и получилось лучше, гораздо лучше. Заморочился я, конечно. Вот, сначала я решил его сделать без шасси, а теперь я понял, что лучше шасси сделаю. Совсем маленький, ребят, тут очень маленькая вообще кокпит. Маленькая сидушечка, маленькая ручка, ну и вообще приборка тоже мелкая. Так, что касается вооружения. Значит, короче, вот эти ракеты мне не нужны. Топливные баки я оставлю. И одна подвеска будет голая. Вот у меня колесики. Смотрите, ребят, я так... Вот эти крыльевые. Вот, это я в белый задул. Буду черный красить. Дальше, вот, не знаю, тут видно, не видно совсем. Ребят, ну представляете, какая-то мелочь. Я вот это все красил аэрографом, вот, колесо, вот так вот, вот оно, я не знаю, вот так вот, короче, еще тонировать, представляете, я вот заморочился, реально, ну, как-то хочется более-менее по-человечески сделать, так, и это у нас сопла, сопла потом тоже тонировать буду, на черный цвет, сначала в черный задул, а потом уже стальным, хотя тут позиционируется, что цвет должен быть какой-то такой, цвета, не знаю, бронзовый какой-то, кожу какую-то добавить нужно. Ну ладно, это уже детали, в конце концов, это не тот размер, чтобы тут совсем в залупу уходить. Ну все, вот это такой промежуточный итог, и, естественно, сейчас увидите, что будет в итоге. Ну а теперь пришло время показать вам, что же у меня получилось. Ребят, самолетик совершенно маленький, малышечка, ровно 10 сантиметров. И давайте я вам покажу, что у меня получилось. Сейчас мы с вами попробуем приблизить, насколько это возможно. Ребят, посмотрите, какой малыш, посмотрите, какой маленький-прималенький харьерчик.
Это же совсем крошечка, совсем маленькая-прималенькая лапочка. Вот. Вот так вот размер. Значит, 10 на 6,5. Ребят, смотрите, что у нас получилось. Вот. Краска у меня серая. Я ее так смешал. Серую с голубой. Получился такой оттенок. Ну, его не знаю, сколько видно. Именно серо... Такой голубой, что ли. Не просто нейтральный серый, а вот с таким немножко... Каким-то таким морским. Ну, мне захотелось сделать именно так. Ребят, он покрыт был глянцевым лаком, этот самолет. Так, мы сейчас сделаем вот так вот. Вот. Он был покрыт глянцевым лаком. Декали здесь старые, но на удивление перевелись хорошо. Вроде даже особой подложки не видно. Вот, ребят, я впервые задул глянцевым лаком самолет, вы знаете, потому что мне показалось, что этот малыш будет как-то наряднее смотреться именно в таком. Вот, смотрите, я сделал нижние части, то есть не нижние части, не так сказал, я сделал выхлопные сопла в таком полу, скажем так, укороченного взлета, не чисто назад, не чисто вниз, да, на 90 градусов, а вот так вот, ну, короче... Укороченного взлета, но с авианосцев часто так и взлетали. Дальше, обратите внимание, ребят, по поводу подвесок. Подвески здесь чистые. У меня есть два топливных бака, я их сейчас вам тоже покажу. Вот, я сначала хотел сделать этот самолет с убранными шасси, а теперь я решил, что все-таки нет. Они, ребят, очень маленькие, они вот особенно первое переднее колесо и вот эти подпорные колеса, они были, ну, вместе, то есть, если те просто можно было покрасить спокойно, то эти не совсем. Так, ребят, давайте я вам покажу еще одну вещь. Смотрите, обратите внимание, я вот так делаю, вот так, обратите внимание, это фотка у нас с вами, та модель, которая на инструкции, вот, Revel инструкция. Обратите внимание, как она собрана коряво, то есть, я сделал на своем Harrier'е, вот это, видите, вот это вот. Они даже не стали не просто заморачиваться, они даже облой не счистили, так, налепили как крышку сверху, видите. А я решил сделать все-таки более-менее так, ну, мне показалось, так лучше сделать. Вот, ну, это понятно, так, на отъебись собрано. Вот, ребята, давайте я вам спереди покажу. Самолет очень классный, именно сам самолет. А сказать, что я от него удовольствие получил, ну да, все равно я удовольствие, наверное, получил, безусловно. Вот там, видите, покрашено внутри у нас с вами такой голубая, я сделал, решил так сделать, внутри голубой цвет и стальная, цвета стали со смывкой там турбина. Вот, не знаю, видно, не видно, ну, наверное, вот посмотрите, видно. Ребят, учитывайте, конечно... Естественно, при таком маленьком самолете и при таком увеличении там какие-то косяки могут быть видны, но надо учитывать, что это самолет, и я, естественно, не профессионал. Я собираю, так можно сказать, по-простому, но мне кажется, что получилось для такого масштаба вроде неплохо. Вот, ну, мне кажется, неплохо получилось. Хотя поначалу, хотя здесь смотрите, какая вещь. Верхняя часть, вот как бы основная серая, а это более другой оттенок, видите, потемнее вот должно быть. Я не стал заморачиваться, я его покрасил в один цвет. Я вам сейчас покажу топливные баки. Вот, ребят, топливные баки. Вот. Я их оставлю, не буду я их лепить, они тоже очень маленькие. Везде зачищал облой, и везде зачищал, здесь, наверное, не сколько облой, сколько швов, очень много. В общем, короче, ребят, они... Ну, в принципе, можно их вот так вот повесить, но поверьте мне, вот как я говорю, не люблю я военные самолеты, когда они полностью у нас с вами обвешаны. А здесь вы видите самолет, он такой вот маленький, и там ракеты еще там в наборе были, я не стал их делать, топливные баки оставил, а ракеты, я их потом что-то с ними сделаю, но они пригодятся как бы стволы для других целей. Вот, у нас с вами тут струйный руль, раз... Струйный руль 2, струйный руль 3 и где-то вот струйный руль 4 до. И, естественно, 4 сопла. Вот. Вот что у меня получилось. Вот такой вот маленький самолетик. А у нас этот получается дозаправка. Вот эта дозаправка в полете.
штанга выдвигается. Но это более такой хорьер, уже более поздний, понимаете, да? Потому что ранние самые душевные. И у ранних колеса, вот эти вот подкосные, они идут вот здесь, вот не здесь, а здесь. Вот. И, конечно, я буду большой собирать, хочется мне после этого собрать большой. Но надо СК-32 расхламиться и потом уже идти в освоясь в новую модель полностью. Фонарь неплохо, неплохо, но мне пришлось его полировать, он был немножко какой-то засаленный. В общем, ну, ребят, вот, короче, что у меня получилось, я надеюсь, что я вам так это показал. Вот. С моими пальцами, вот, с моими пальцами вы видите, наверное, очень неплохо размер этой маленькой-прималенькой цыпочки. Так, дальше я вам что-то хочу сейчас еще кое-что показать на сравнении. Хотя, конечно, ребят, это глупо сравнивать, но я все-таки вам покажу. Вот у меня есть вот так. Вот смотрите, ребят, какая прелесть, видите? Вот так. Это у нас Supersonic BLX1. И я вам честно скажу, что, наверное, больше я не буду заниматься с такой супер мелкой крохой. Но здесь это, ребят, это, как вам сказать, наверное, исключение из правил. Исключение из правил, поэтому я вот решил его сделать именно для, вот именно потом показать, если получится, когда я соберу, не буду я, конечно, вам сразу говорить, потому что, как говорится, будет день, будет пища. Когда большой соберу, я вам, конечно, на сравнении с удовольствием это все дело покажу. Красил новым аэрографом. Ребята, я вам скажу так, по поводу этого аэрографа. Это не аэрограф, это песня. Я обалдел, я ни иголку, ни сопло не доставал вообще, то есть я его прочищал, все, то есть, ну, имеется в виду, промывал и все, то есть, блин, так мне нравится, он такой классный, ребят, тот Eclipse суперский и этот классный, они немножко разные, но дуют они абсолютно одинаково в плане качества, потому что это все-таки вата и это две хорошие серии, вот, ну, вот здесь, видите, большой, сюда я могу теперь много краски налить за раз и, в общем, короче говоря, расслаблять, вот, потрясающий аэрограф, просто потрясающий, мне безумно нравится, так что, ребят, кто спрашивает, какой лучший аэрограф, я думаю, что ни одного человека я не слышал, чтобы сказал, что вот после Ивата, вот Ивата и попользуется, скажет, нет, лучше какой-то другой. Ну, обратно я слышал не раз, а вот то, что человек с Иваты сходит на какой-то другой, ну вот этот я точно такого не слышал. Вот, смотрите, ребят, у меня коробка Суперсоника вот такая вот есть, видите? Вот, она тоже очень душевненькая. И вот этот цвет безумно красивый, такой прям красивый, прекрасивый, оранжевый. Вот, видите, ребят, вот такая красотец у нас с вами сегодня такой на обзорчике, да? И вот маленькая такая птичка, мама и доченька. Вот, доченька и мамочка. Вот такая, видите, ребят, у нас композиция красивая. Вот, ну вот, в общем, я, наверное, вам все показал. Видосик такой получился необычный, потому что я так не делал практически. Но здесь с хорьерчиком у меня получилась такая вот интересная какая-то новиночка. Так что, ребят, я надеюсь, что вам понравилось самолетик. Вот, несмотря на то, что он супер мелкий, мне, так как я его уже собирал, я поэтому и вам рассказывал, что я его поэтому и купил, мне безумно захотелось его еще раз собрать, но немножко в другом качестве. В совершенно каком-то, ну, в лучшем то, что было. В любом случае, и оттенок мне очень, вот этот серый цвет, блин, он мне очень нравится, он такой классный, прям какой-то такой прям морской получился. Вот и все, ребят, всем мира, удачи, а я буду дальше расслаблять свои модели. И вас, наверное, заражать тоже этим красивым действием. Всем пока!